Где же она? Ой, это где же она? Бабушка, это не ваше? Ой, мое, мое, слава богу. Спасибо тебе, добрая девочка Оля. Откуда вы знаете, как меня зовут? А я волшебница. И по волшебным правилам я должна сделать тебе подарок. Скажи мне, добрая девочка Оля, что бы ты хотела? Я бы хотела, чего бы я хотела? Придумала. Я бы хотела робота, который будет за меня делать все, чего я не хочу. Ну что ж, хорошо. И чтобы мама его не видела. Вау, это Фаина, робот-помощник. Она будет делать все, что тебе неприятно или опасно. Спасибо. А мне пора. Ты правда будешь делать все, что я покажу? Да. Можешь рюкзак принести? Я могу переносить вес до 120 килограммов. Пойдем. Валя, смотри, у меня теперь есть волшебный робот. С мамой согласовано? Расскажешь ей, ты мне не сестра. Опять деда чудо взяла. Честно заработала. Кстати, убираться сегодня твоя очередь. Я не люблю уборку. Принято. Достали друзья. Шутки у них дурацкие. И приколы тоже. Тебе с ними некомфортно? Еще как. Накрасишься, сделаешь прическу. Внимание ноль. А ты молодец. Впервые так чисто в Олину смену. Я все сделала. Кроме уроков. Хорошо, что у меня теперь Фаина есть. Зато зубов от конфет не будет. Отдай, это же моя. Ну-ка, это делай за меня уроки. Я кататься. Не разбейся снова. Хорошо. Отдай. Нет. Я должна делать для тебя всю опасную работу. Отдай, ты что, железная? Я настроена на работу с детьми. Ударопрочность, защита от острых предметов и взрывобезопасность. Понятно, чертов терминатор. Настройки нужно менять. Не USB или Wi-Fi? Нет, улучшенный родительский контроль. Что за черт? Улучшенный родительский контроль? Я ничего открыть не могу! Нормальная? Ты Хака в дом привела? Попробуй только книжки в бумажной версии открыть. Present yourself to the class. Talk about name, city, age, address. Придет Фаина, я убью ее. Слабачка, я тебе 12 лет терплю. Ты зачем меня в соцсетях заблокировала? Оградила тебя от неприятной работы. Это же моя косметика! Стас пригласил всех на день рождения. Я иду вместо тебя. Я же пошутила. Мне нравится с моими друзьями. Тебе не нравятся их шутки? Я сдам тебя волшебнице. Позвать администратора? Напомню, что вчера мама сказала про твой шкаф. Займись лучше шкафом. Вначале я должна выполнить более сложную работу. За шкаф тебе предстоит хорошее общение с мамой. Все время за тобой донашивала и игрушки доигрывала. И вот, наконец-то, новый робот и тот бракованный. Нормально, для тебя работа — это смерть. Я вот еще успеваю сестру воспитывать. Стас подарил, сказал, классная прическа. Он прав, чувство вкуса у тебя лучше, чем у нее. Все, мое терпение лопнуло, вызывай администратора. Добрый вечер. Здравствуйте.
Вы отказываетесь от подарка? Вы недовольны Фаиной? Она плохо работала? Слишком хорошо. Значит, причина расторжения договора – каприз. До свидания. Продала подружку, а твоя очередь еще не окончилась. Придется посуду мыть. Как же мне будет тебя не хватать? Привет! Мы с ребятами в парк собираемся. Ты с нами? Конечно! Я помою. Честное слово, не в комнате убираюсь.